Всем большой привет, я снова включаюсь из теннисного центра, где проходит чемпионат России по теннису. Я сейчас буду вас постепенно знакомить с участниками этого турнира. Да, я вам честно признаюсь, что я большинство из них пока не знаю ни в лицо, ни по имени, ни по фамилии, но это нормально. Добрый день, будьте добры, представьтесь. Здравствуйте, Варвара Алтухова. Варвара Алтухова, скажите, пожалуйста, сколько вам лет, как долго вы уже играете в теннис? Мне 15 лет, играю в теннис 9 лет, с 6 получается. А вы пока еще, наверное, в рейтинге по юниорам, да? Да. Скажите, какие у вас успехи по юниорским рейтингам, чтобы хотя бы от чего-то оттолкнуться, чтобы дальше уже понимать, кто к чему? Я выигрывала турниры до 12 международного уровня, играла до 14 турниров международного уровня, сейчас играю до 18. А кто ваш тренер? Мой тренер – это моя мама и мой папа. У меня родители тренера. А вам кто-то еще помогает? Я имею в виду вот, какая-то тренерская команда, или пока это все вот с родителями? Это скорее с родителями. А ваш стиль игры, какие ваши, как говорится, главные такие, что ли, элементы игры, на которые вы могли бы сделать акцент? Какой у вас коронный удар? Какой стиль игры, соответственно, выходите ли вы к сетке, играете на задней линии? Вот чуть поподробнее об этом. Ну, скорее, бьющий стиль игры. Я играю больше задней линии, атакующие удары сзади. К сетке стала выходить недавно, поскольку, когда была маленькая, это была проблема, я боялась играть в сетке. Любимые теннисисты, теннисистки? Мне с детства Мария Шарапова нравится. Сейчас из действующих? Наверное, Анжелика Кербер. Анжелика Кербер, о, достаточно интересно. Планы на этот турнир? Поскольку турнир взрослый, конечно, каждый раз, когда ездишь на турнир, ты настраиваешься на победу самого турнира, первое место, но посмотрим, что будет дальше. Пока что не хочу заглядывать далеко, хотелось бы пойти первый круг. Варвара, спасибо. Спасибо. Варвара Алтухова, 15 лет, мы с ней познакомились. Надеюсь, что вы тоже были рады услышать нашу новую, совсем-совсем молодую звездочку.